Да лежи! Ты, собака, пацан, помогай, ты такой бестолковый вообще! Как можно быть таким бестолковым? Всем привет! Рад видеть вас на моем канале Тилька Плей, я Наташа. Сегодня мы с вами продолжаем играть в The Last of Us. Первую часть — это перепрохождение, напоминаю вам. Если вы не смотрели вторую часть, то тоже посмотрите, она есть на моем канале, но, естественно, после этой. Этой просто еще на канале не было, поэтому наверстываем упущенное. Да, вот так вот с опозданием, ну что поделать. Мы с вами продолжаем погружаться в историю Элли и Джоэла. Поехали! Да сколько можно тянуть? Мне опять какой-то странный голос. Мы в канализации. Хо-хо, звучит классно. Люблю канализацию, там так прикольно пахнет. Буена просто. Перфект. Самое то, чтобы прям покушать. Под хорошее, вкусное, аппетитное настроение. Что тут есть? Идите, посмотрите, вот а я мощно. Пойду в корабль. Ты как? Да нормально. Нормально. Пошли искать радиовышку. Видишь? Я знаю, какие реплики нужно говорить и в какой момент. Мне не нравится, я какая-то... Там корабль. Может, чё заглянем? Я блестю? Вот это что за блестюшка? Что это такое? Вот, теперь не блестю. Теперь красивая матовая женщина почти. Помыла волосы, они вообще, когда чистые, очень непослушные. Что ты, краб? Эй, а можно краба, интересно, подстрелить? Но я не буду проверять. М-м-м. Нет. Можно было бы, но я не буду. Давай включу фонарик. А чё? Да, я его вижу. Кого, краба? Или корабль. Я не знаю, чего тут бояться. Здесь нечего бояться. Здесь птица меня заклюет или что? Краб за жопу кусит. Я потом этого краба... Знаешь, что я с ним сделаю? Я сделаю крабовую котлетку. Крабовая котлетка. А ну-ка. Ку-ку. Вау, а тут красиво. Да. О, Элли, смотри, комикс. Античастицы. И записка. А если бы он еще на воде был? Так, а записку? А записку? Ладно, не узнаете, что было написано в записке. Обойдетесь без записки. Ну, видишь, неплохо уже, что мы сюда зашли, потому что тут мы нашли для Элечки, нашей любимой, как это, комикс, точно, комикс. А, можно было двумя путями, да, сюда забраться? Такая нехеровая тут пробоина, конечно. Видать, на скалы налетел. Мы идем куда? Вот сюда дальше? Вперед, вперед, вперед! А я не помню, чтобы я вообще сюда заходила, когда играла в первый раз, и во второй раз, и в третий. О! Ну тут есть патроны. Уже хорошо. Уже, видишь, не было... А, ну все. Я уж думала, ты его пристрелишь. Чуть не пристрелил. Да ладно, я уравновешенный. Нормальные ребята. Даже хорошо, что они идут с нами. Да, ты права. Но, правда, они могут нас подставить в любой момент раньше и смыться. Были корабли. Да, у меня личная яхта. Элли! Серьезно? Мы тут кое-что нашли. Так а чё, Джоэл был богатый, что ли? Настолько богатый, что у него было вот это все? Повезло, повезло. У меня, например, нет личной яхты все еще. Если вы желаете мне подарить личную яхту... Ну, будет прикольно, но сомневаюсь. Это шутка, если что. Но я бы была бы не против. Давай вместе. Не, понимаешь, что на личную яхту мое лицо не это. Никак не тянет на личную яхту. Давай вместе. Давай. За дело. У меня есть другие качества, более классные. Но не скажу, какие. Лезьте, пока держим. Где этот-то второй? Быстрее ползи. Я первый. А этого не пускай, типа, знаешь, он нас тогда это бросил, но теперь мы его бросим. Ладно, мы не такой, мы принципиальный герой. Мы за своих. Вырубаем фонари. Сэм, не ходи. Не знаю. Мне тут нравится. Мне очень уютно. Ты какой-то... Ты слишком сюсюкаешься с этим малым. Он бы и так не выжил. О, это что, лягушки? А, господи, я думала, это лягушки прыгают. Куда? Это просто картина. Зато есть пузыри мыльные, видал? А, направо пойдешь... Джоэл, женщину глянем, найдешь. Я иду. А, ну и все. Видишь? Разделились. Каждый найдет то, что найдет. Мне тут не нравится. Мне тоже. Но куда деваться-то? А по мне очень даже спокойно и тихо. Ничего не предвещает беды. Пока что. Не идет. Закрыто. А может там дырка где-то сверху есть? Элли, хочешь быть женщиной-кошкой? Оторви решетку, я заползу и открою. А если там с другой стороны тоже решетка? Здоровенная крыса.
Это всего лишь крыса. Крыса это наименьшее, чего стоит бояться. Жопу уже ничего. Ну давай, Элли. Открывай мне дверку. Ля, реально ползет. А быстрее можно? А то что, я долго должна ждать? А, ты сама хочешь открыть? Спасибо. Спасибо. Вот это да. Такого я еще не видел, конечно. Молодец, молодец. Хвалю. Нет места. Думаешь, они с нами дойдут до Томми? Это у меня здесь было или это на улице был такой страшный звук? Как говорится, поживем, увидим. Надеюсь, что в игре. А то если не в игре, то что делать? Не, ну там не прям странный такой скрежетащий, как будто что-то это. Записка, канализация. Меня не было всего пару месяцев, а мир, не теряя времени, скатился в полное дерьмо. Пока ремонтировал чей-то засорившийся толкан, произошло то, что произошло. Кто хочет, прочитайте на паузе. Я просто плюс-минус помню эти записки, там, к чему они клонят и все это такое. Все, Элли, на этом наша компетенция все. Хотя, знаете, с другой стороны, я могу, наверное, что-то сделать. Давайте я сделаю коктейль Молотова, потому что здесь полюбасы будут зомби. Все, пойдем, Элли. Элли, за мной. Пойдем к пацанам. Пацаны, пацаны, дайте телефон. Умираю. Ребят, ну чё? Глядите. Глядим. Глядим, поглядим. Ну пойдемте за ними. Не будем прям долго тянуть кота за яйца. Не будем тупить. Это что, жуки? О, таракашки! Ля, разбежались. Кстати, их можно будет есть в теории, потому что там же есть белок. Можно тут вместе? Красиво. И главное, так спокойно. Надо, и наверное, что-то тут запитать. Я не помню, тут, по-моему, такая небольшая плавать. Головоломка. Да что у вас дети не умеют плавать? Двое. Глупые какие-то дети, что они не умеют плавать? Заел. Как будем переправляться? Раком. Сейчас придумаем. Конечно, я придумаю. Никто иной. Я же мочусь. Да не работает. Не доберусь. А как тогда? Смотри-ка, генератор. Да ладно, вы все такие умные, я смотрю. Я по-вашему что? Слепой, что ли? И главное, все дают мне советы, ёб твою мать. Не, ну тут я тоже не допрыгну. Значит, где-то есть какой-то подводный вот это вот, куда-то вот залезть, проплыть. Давайте смотреть под водой тогда. Ныряй. Давай, поплыли смотреть. Закрыто. Да не барахлит. А, о! Я нашла проблему, пацаны! Там кто-то засунул какую-то хероту. Смотри. Теперь будет работать. И давай, Джоэл, тащи. Все. Механизм теперь работает. Генри, попробуй. Давай, Генри. Не будь как лох. Сейчас, по идее, выйдет поддон, на котором мы детей перевезем. Я сплаваю туда. Глядите в оба. Да я уже, да. Ну, вроде бы тут относительно спокойно, да? Ну, пока что. Ничего не предвещает, да, беды? О! Вот это пригодится нам на крафт, конечно же. Тупо крафт. Сколько раз я скажу крафт в этом видео или вообще? Не, фонарик вроде хорошо работает. Эть! Поддон, значит, надо найти Наташке. А, вот он и поддон. О! Щелкуны! О, черт. А ты один? А ты один? Два. А у меня три ножика.
Не, ну, если их два, чё бы не залутать это место, правильно? Хотя можно, знаешь, даже на этого и не тратиться. Он меня даже не заметит. Записка. А вчера я встретил людей, которые не хотели меня пристрелить. Вот это повезло. А, это тот самый сантехник наш, ночной. Он, по-моему, погиб здесь, насколько я помню. Все, этого я не трогаю. Плавать они вроде бы не умеют. Поэтому спокойно пойдем. Ладно. А он меня не слышит. А я умею закрывать за собой дверь? Один раз открыл, навсегда открыл, я понял. Ладно, скидываем. Надеюсь, щелкун не услышит. Надо было, наверное, от него избавиться, мне теперь страшно. Не, ладно, он не слышит, он тупой. Он немножечко глухой и поэтому не слышит. Поехали. Итак, мальчишки и девчонки, давайте добрый дядя вас переправит на ту сторону. Вообще, я считаю, детей пора бы научить. Давай, иди сюда, плот. Вставай. Давай. Залезай, Окей. Ты первая. Неплохо придумано. Да блин, повезло, что по миру разбросано куча поддонов, если честно. Не говори. А мандюка мне тоже перевозить? Посмотри, жив ли еще генератор. Понеслась. Они сами? А я? А меня? А меня? А я? Я что? Я все? Я не нужен? Блин, надо было успеть за ними забежать. Но я бы, наверное, не успела доплыть. А вы подтяните меня. Пожалуйста. Эй. Спасибо. А то я уже распереживалась, что я типа здесь останусь жить. Я не хотела здесь оставаться жить. Конечно. Профи — это наше второе имя. Профессионалки. Мне не нравится, что она так тарахтит слишком громко. Мне кажется, здесь такая должна быть акустика, что все нас должны были услышать. Поэтому я лучше возьму дробовик. О. О, 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 инструменты. Вот это хорошо. Давайте сделаем лезвие. И возьмем еще одно. Мы возьмем все. А что делать? Сейчас что-то будет. Я помню, что тут что-то так просто все не кончится. Мы сейчас будем страдать. О, ёба. Звуковая ловушка. Что-что? Сигнализация такая. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Жил, но всплыл. Но, похоже, уже не живет. Давно. Как тут можно жить? Как крот. Если считать, что здесь безопасно. О, маленький подствольный дробовик. О, какая маленькая пушечка. Надо Элли дать, чтобы у нее был такой малыш. 4 патрона. А, он типа идет в это. Коротыш. И мой сладкий коротыш. Мины улучшены. Ага. Круто. Ну не знаю, стоит ли мои мины вообще улучшать. Мячик. Эй, Сэм, встань как на воротах. Лады. Да пусть дети сыграют. Ну давай. Пусть еще дети поиграют, ну. Выше он по яйцам получил от моей девки. Давай-ка потише, ладно? Да, извини. Родители недовольны, пацаны. Почему нету места? Ух ты. О, боже. Ну, мне пошлите, не надо вот это вот свистеть, пердеть, мечи кидать. Нас сейчас обнаружат. Вы что, забыли, в каком месте находитесь? О! Слышишь? Зараженные. Конечно. А вы что думали? Конечно, тут будут зараженные, блин. Они тут живут. Не барахли. Тихо.
Спокойно. Щелкун идет. Щелкун, пацаны, щелкун. Щелкуна поближе ко мне подпускайте. Чтоб я ему сразу вышибла мозги. Да, теперь догадываюсь, что с ним произошло. Да что ты? Раз тут щелкун, они давно отсюда ушли. Стоп, Роц. Надо идти вперед. А вперед... И надеемся, что этих тварей не осталось. Да подожди, да я схожу сюда сначала, посмотрю. Хотя надежды мало. Тут они, короче, готовили, видать, еду, сали, срали, спали. Не, ну, скорее всего, здесь мыли. Мыли жопы свои. И умерли. Здесь было двое человек. Вот у них даже записка есть о баках. Привет, Сьюзен, хочу сказать, что дождевыми баками ты здорово придумала. Нам больше не нужно ходить за водой. О, прикольно. Прикинь, там какая-то Сьюзен. Вообще, памятники не поставили? А могли бы. Но они тут, видимо, стирали, кушали. Как я уже и сказала. Пойдем, пацаны, давайте возьмем вот эту штуку. Хотя, может быть, ее оставить. Ладно, посмотрим. По настроению. Спасибо, я поел. Детальки, детальки, хапай. Я схожу сюда. Ку-ку. Здесь никого нет? Это детский сад. У них тут была школа. Еще одна записка. Мы в ловушке. Со мной остались только малыши. Всех остальных, похоже, убили. Зараженные ломятся в дверь. Не знаю, сколько мы продержимся. Если Иш и остальные все-таки живы, может быть, они нас спасут. Тут были детки. Но теперь деток нет. Было бы прикольно, если бы здесь лежали, типа, остатки этих деток. Ну, или детки-зомби. Мачете. Ну, хорош. Шау, как устрою вам в мачетный этот разгром. Все початки соберу кукурузки, и не только. Пойдемте. Чё вы тут стоите? Пошли, пацаны. Бояться нечего. Вы спать с батей, с матей. С матей, батей. Мать-бать. Ать-двать. Чё тут ничего... О, я же говорю, смотри, тут что-то есть. Может, это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь. А попытка-то была хорошая. Могу что накрафтить? Давайте аптечку. Возьмем себе тряпку еще. Тут как раз лежит. Тараканы, вы меня достали. Хорош бегать здесь. Это не ваша территория, понятно, букашки? Я раз сюда пришел, то я здесь все нашел. Все, поделились. Я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. И мелкий такой, я остался без своего брата. Да. Жутковато. Да. Знаю, как всегда. Щелкуны! Что? Она не поддается. Скорее, уходите отсюда. Сэм, будь рядом. Генри, сваливаем к чертям. Береги его. Ну! Да ладно! Ой, 4 штук! 5! 5! Нихера! У нас-то дела с тобой получше, у нас никого нет. Повезло, повезло. Все будет хорошо. Да, не ссы. Да, да, я знаю. Слушай, они что-то какие-то перевозбужденные. Они не хотят успокоиться? Ой, по-моему, они идут ко мне. Слушай, они прям реально перевозбудились. Ты посмотри, они прям там носятся. Я не пойму, это все щелкуны или тут и обычные зомби есть? Я так понимаю, что мне лучше их это, покромсать сейчас всех. Зараженные. Да ладно! А ты капитан очевидности, смотрю? Сейчас, подожди.
Эй, ну? И где все? Пацаны? Вы смотри, они там все бегают. У них там что, догонялки, что ли, прятки? Кукусики! Пацаны! А, подожди, это Щелкун. Ай, херовая! Эта штука мне не очень сейчас понравилась. Она не как дробовик. Сколько вас здесь осталось? Еба! Нихера вас тут. Иди сюда. Иди сюда. Шмара. Блин, может их собрать всех воедино? Да идите сюда. Пацаны. Пацаны. И что мне с ними делать? Сука! Выбежала! Лежать! Минус 3, 4. 5, 10, 5. Иди сюда! Еще? Сколько вас еще? 3. Ужас какой. Да лежи! Ты, собака, пацан, помогай! Ты такой бестолковый вообще! Как можно быть таким бестолковым? В чем смысл твой тогда, если ты даже не стреляешь? Какой в тебе смысл? Одна осталась. Ну хоть бутылку кину. Все? Мы живы? Да. Пошли дальше. Ты цел? Да. Да капец, от него толку, как с козла молока. Он нихера не делает. Не стреляет. Один раз бутылку кинул. Я манала нахер таких помощников. Один раз кинул сраную бутылку. Нахер ты мне нужен? Дурачок. Как собаки, вот пятая нога, я тебе отвечаю. Толку от тебя ноль. Неудивительно, что ты сдох.
дурак, потому что. Что это такое? Они тут жили в этих катакомбах. У них тут даже семьи были, видишь? Даже какой-то лагерь или что это такое? Да, смотри-ка. Палку возьму. Мне пригодится. А то у меня пацан нулевый просто, чел. Похоже, их тут было много. Людей, в смысле. Похоже, конечно. Они тут жили, прикинь? Жили, срали, спали. Их душ. Пацан в душе помер. Обидно, наверное. Ну, хоть не в туалете. В туалете было бы, наверное, еще обиднее, прикинь? Такое чисто во время того, как ты гадишь. Блин, неприятно. Такой с говном в жопе сразу. Снова детский сад. А что, у них было два типа детских сада? Ух ты, смотрите. Похоже на школьный класс. Да. Даже смотри, рисунок. Я сам не знаю, сынок. Они заслужили лучшую долю. Я думаю, кто-то съел. Давай, иди сюда, я тебя подсажу. А ты мне лестницу спустишь. Такой, конечно, этот вообще бесполезный пацан. Я считаю, что если у тебя есть ребенок в зомби-апокалипсис, ты должен его сразу обучить постоять за себя. Как, например, Клем в «Ходячих мертвецах», которую Ли обучил там всему, что знал. И она сразу знала, что вот, надо быть сильной, независимой бабой, надрать всем сраку. Скорей. Джоэл, это они! Сэр! Слава богу! Надо бежать дальше! Проход там! Беги! Их слишком много! Бежим! Элли, отойди от двери! Может, вместе толкнуть? Давай! Давай! Давай, толкай! Сэм! Он прополз туда! Он что? Сэм, ты что творишь? Побежали. Все наверх. Я чур первый бегу. Я на правах старости. Главное мне выжить, остальное не важно. А, куда дальше? Понял. О, пацаны. У нас сейчас будет махач века. Вы не хотите забаррикадировать сраные двери? Не открывается! Подсади меня! Я понял, подождите, сейчас я сделаю! Надо было аптечку сделать. Попробуй ее открыть! Только быстро! Залезай, Сэм, ты тут не останешься. А как же ты? Выживу. Лезь, давай. Я что-то там подготовила. Минус один. Давай. Чё ты его пропустил-то ко мне? Пошел, быстрей, давай, выходи, давай, 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 шнели. Слушай, мы прям спокойненько так все сделали. Видал, короче, я все спланировала у меня, видал, везде бомбочки понакидала. Правда, я все просрала, но создадим потом. Что? Смотрите. Вы издеваетесь, что ли? Очень вовремя, ребята. И где башня? Мы рядом. Все, пошли. Пошли. Итого, дробовика у меня, по-моему, нету. Ох. Есть только вот эта вот мини-пердёжка. Милка, ты в порядке?
чуть не подохли, а? Ой. Да, не самый прикольный момент жизни. Да ладно. Мы выбрались. Жить будешь. Uh-huh. Пока. Ой, как хорошо. Верстачок бы где-нибудь бы заиметь. Красиво. Природа такая прям крутая. Так, все хорошо. Солнечно, солнышко. Эй, смотрите. Вот она. А я что говорил? Теперь бы подобраться. Но это еще, знаешь, наши приключения на этом не закончились. Я бы раньше времени не радовалась бы. Пока. Нормально, привыкну. Не барахли. Генри сама прибила пару зараженных. Можешь мной гордиться. Ладно, да. Горжусь. Я горжусь с тобой до слез. Вам ведь тяжело пришлось, да? О, да. Еще как. А как вы познакомились? Моя подруга Марлин попросила его взять у меня цыган. Помыкает она, ну ага. Кто кобой? Кобой. Кто идея кем? Идея оказалась не из лучших. Что-нибудь тут еще есть? Чё в подвале? О, прикольно. Подвал тоже открыт. Алкоголя нигде нет. Чё за проблемы во всех играх с алкоголем? Это вот этот, это другой дом. Когда началась эпидемия, мне было всего 5. Я плохо помню это время. 5? Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню ясно. Собаки какие-то. Слышишь? О, собачки. К ним лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона. Одичали. Одичалые собаки. Прикинь. Где-то я уже слышала термин «одичалые». Для длинноствольного ружья. Давайте для пистолета я сделаю. У меня 218. Чтоб улучшить. Давайте. Блин, увеличение дистанции поражения. Но я в основном буду пользоваться вот этим и тем. Поэтому давайте скорость перезарядки. Скорострельность. Емкость магазина, отдачу и разброс сократим. По дробовику уберем, давайте, отдачу. И можем что-нибудь еще качнуть. Перезарядка. А у лука? У лука давайте дальность сделаем. Все, очень умело все сделали с вами, хорошо. Прокачались. Пойдемте, пацаны, к собачкам не подходим, помните? Я вас попросила. Собачек мы не трогаем. У них могут быть глисты. Мы не любим собачек с глистами. Блин, здесь так много лута. Подвал? А, просто какой-то загашник. А мы типа обошли собак, получается, да? Или что мы сделали? Просто так шляемся тут? Сейчас будет место. Что вы мне за сказки тут гоняете? Ну-ка. Спасибо. На паузе. Все как всегда на паузе. Если бы мы играли в нее в первый раз, и вы бы там ее смотрели в первый раз, если бы игра была новая, может быть, мы бы с вами это самое. Что-нибудь там вот это вот рассматривали подольше, побольше. Да не, видишь, собачки я что-то не обошла.
Да меня собачки и не напрягают. Меня больше напрягают... Опа, стоп, подожди. О! Да, тут потолок проседает. Осторожно. Кого подсадить? Ить! Ить! Давай! Скинешь? Нашла что-нибудь? Пожалуйста. О, комикс. Спасибо. А, это модификация. А ты сама слезешь? Все. Ну, видишь как. Повезло, повезло. Ну, давайте тогда собачек обойдем. Не будем собачек триггерить тогда лишний раз. Да? Пусть там собачки своими делами занимаются. Кушают, писают, какают. Ну что, идем с вами дальше. Я, в принципе, дома полутала, не стала вас с этой нудной штучкой нагнетать. Вот, поэтому пойдемте сразу. Опа! Снайпер! Чертов снайпер! Блин. Видели откуда? Да из дома. С улицы? Да в доме он сидит. Ладно. Сидите тут. Нет. Никаких но. Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Эй! Аккуратней. Ну. А за что? Я же просто... Нет, это было неприятно. Я же просто сидела, как и все. Я сидела, как и все. А получила только я. Вали отсюда, козел! Если я буду вот так периодически лезть... Кто? Тебе конец. Да в смысле? Откуда? Откуда? Это что, снайпер, что ли, прострелил? Но он меня даже не видел. В смысле, в доме? Тебе конец. Вот чёрт. Ты чё? Ты! А как они узнали? Собаки, что ли? Меня собаки спалили, вы хотите сказать? Это кринж. Одного я вынесла. Что насчет второго? Похилимся, давайте, а то что-то как-то напряженно пошло. Я помню эту миссию, я ее долго проходила. Я не пойму, где собака гавкает? Чувак, куда он делся? Где ты, сучка?
Все? Это все? Надеюсь, что да. Фух, ладно, пойдем вперед. Где собаки? Я слышу собак. Но не пойму, где они. Я ж замолчала. Пора играть. Мочите их! Да подожди! Тяжко. Ну все, вылезайте уже! Вали отсюда! Да ты не... Ты видал, как у него даже ружье не поворачивается в мою сторону? Ты прикинь, у него ружье не было повернуто в мою сторону. А этот хер по мне попал. Чё за бред? Что за заведомо... подыгрывание вот этому козлу. Он, наверное, на третьем этаже. А здесь есть что-нибудь вообще? Ладно, пойдемте. А что делать? Он, наверное, за этой дверью сидит. Собаки, где они гавкают? Ля, смылся. Ах ты, собака сутулая! Ты стрелял по мне! Ты стрелял по мне! Скотина ты такая! На тебе, все! Дострелялся? Наказан. О, пацаны! Я снайпер, да? Из меня снайпер, как из вас балерина. Дерьмо. Да как можно так мазать? Как? Я просто. Когда не умеешь стрелять на геймпаде, происходит то, что происходит.
Черт. Еще? Еще? Держись. Давай, Джоэл. Косой! Элли там ползает раком. Где? По кому? В жопу тебе, на! Чтоб не срал теперь. Еще есть? По кому работаем? Ага. Мать. Все. Еба. Пацаны. Нет, 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 нет. У вас проблема. Секунды. Что делать? А что делать? Ай. Косой! Как можно так мазать? Где? Вылези побольше. Ух, это было жестко, но я справилась. Черт, вот это жесткач. Ты в порядке, Сэм? Я в порядке. Спасибо, Джоэл. Давайте побыстрей. Заходите, там хорош праздновать победу. Я сюда. Все, разобрались. А мне кажется, БТ... А, наш, наверное, сожглось там все, блин. Пора валить. Вот так. Сэм! А его все, укусили. Ты молодцом. Я в порядке. Точно? Нормально все. Пошли, пошли. Идем. А, нет, попадай. Да ну вы чё? Пацаны, я нихера не сделаю. Их слишком дохера. Их дохера! У нас беда. Они все прибежали на этот громкий звук взрыва. Ты живой? Бэда, никто не ранен? Нет, все целы. Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Валим, пацаны, иначе пошли. Нам жопа. И главное, такие вот прям долбятся, вот прям знают, где мы сидим. Машина вообще врезалась в другое место, а им надо было долбиться там. Догонишь ты. Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто. Очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет-нет, Элли, Элли. Это тебе не обычный мотоцикл, ясно?
Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. Ну... Спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... Например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да. И у меня. О! Я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно. Я спать. До завтра. Такая милая она, подарила ему подарок. А он такой, да не нужны мне твои подарки. Я все. Как можно было так обосраться, я не знаю. Эй, пахнет вкусно. Доброе утро. Где Сэм? Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился! Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Господи! Сэм? О, нет! Сэм! Генри! Элли, замри! Генри!
Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты. Генри. Генри, нет. Господи. Да, это было жестко. Ну что ж, давайте на этой нотке тогда с вами и закончим сегодня. И приступим в следующей серии к осени. Подписывайся на каналчик, поддерживай лайком. Увидимся уже очень скоро. Пока.